Доброе утро, доброго дня. Всех приветствую, приветствую. Рада всех видеть, присоединяйтесь. Мне так интересно, знаете, как наши гаджеты нас обслуживают, как они с нами общаются. Они нас приветствуют и говорят, что вы в прямом эфире. И подождите, мы сейчас всех ваших подписчиков оповестим, что вы в прямом эфире. Так приятно, замечать вы это или нет, но мне всегда интересно, как техника со мной разговаривает, когда очень внимательно и заботливо спрашивает, если я хочу удалить какой-то файл. Меня спрашивают, а вы точно хотите удалить этот файл на компьютере или в телефоне? Не знаю, меня всегда это веселит и очень радует. Не знаю, как вас, а меня это всегда очень радует. Доброе-доброе утро, всех приветствую, заходите, присоединяйтесь, у нас сегодня по традиции, каждый понедельник, кто присоединяется первый раз, ну и для тех, кто уже не первый раз, еще раз напомню, что каждый понедельник в 10 утра по Москве мы проводим вот такие нейросессии на канале Инората, в формате проекта Инората. Мы говорим про чувство знания, мы говорим про жизнь, мы говорим о жизни, мы рассматриваем жизненные вопросы, мы рассматриваем жизненные события, ситуации, запросы, затыки, недопонимания. Именно здесь, в прямом эфире, мы говорим в потоке, в понимании, что сейчас происходит, как я сейчас себя чувствую, что с этим делать. Говорим о простых вещах, о жизненных вещах. Да? Кто только что присоединился, может, кто-то сегодня еще пригласил своих близких и знакомых, да, я думаю, что вы уже предупредили, что их здесь может ожидать. В прямом эфире всегда нейросессия, знаете, чем необычно? Для тех, кто первый раз присоединился или кто только присоединяется, ну, может, так наблюдает, но до конца не понимает, зачем мы это делаем, что тут происходит, почему люди так разговаривают, что это за вопросы, что это за ответы. Нейросессия. Нейросессия – это возможность здесь, в прямом эфире, в моменте, здесь и сейчас, услышать, прочувствовать себя, задавая вопрос. И в моем присутствии я как зеркало в этот момент даю обратную связь. Не с позиции «я знаю, что с вами происходит и что с вами дальше будет», не с позиции учителя, наставника или какого-то специалиста, доброе утро всем. А нейросессия дает возможность здесь и сейчас каждому человеку вот в этом моменте понять, как вы всегда жили, и как вы себя ощущали и чувствовали, и как вы подошли к этому вопросу, почему с вами это происходит. Здесь в этом моменте каждый участник нейросессии начинает слышать и считывать свои ответы. Я почему так подробно рассказываю, пока не вижу ни одного запроса, кто сегодня хотел бы войти в прямой эфир. Я знаю, что многие хотели, спрашивали, но не всех вижу, кто писал мне в директ, еще не присоединились, возможно, какие-то ситуации произошли. Любой из вас может сейчас стать участником этой нейросессии и задать свой вопрос, и мы вместе с вами нащупаем, ощутим, проникнем в чувственную природу и дадим себе возможность найти этот ответ внутри вас. Банальная фраза, да, все ответы в нас. Вот мы про это и говорим, что система Инората – это про это. Это про чувство знания. Ну, кто хотел бы сегодня присоединиться, у кого есть сегодня запрос – отправляйте мне свой запрос на участие в прямом эфире. Я с огромным удовольствием вас приглашу, встречу, откроется для вас экран. И вы будете здесь в потоке сами собой. Осуждение, неприятие людей такими, какие они есть. Не знаю, в каком контексте эта фраза. Это, наверное, запрос. Может быть, как не осуждать людей. Да, доброе утро, Танечка, доброе утро. Да, все присоединяются. По поводу осуждения и неприятия всех людей, помните, да, мы уже с вами столько провели нейросессии, столько об этом говорили, почему мы живем в системе оценок. Ну, потому что как только мы родились, нас начинают оценивать. Нам сразу ставят оценки. Шоу. Поехали, поехали. Да, как не осуждать? Сейчас мы пройдем сессию, я обязательно отвечу на этот вопрос. Женечка, привет! Привет, привет! А привет, как тебя рада видеть? С этим запросом, как не осуждать?
Да, Круто, круто. супер, супер, супер. Сейчас я комментарии отключу, мы потом к ним обязательно вернемся, обязательно пройдемся по ним. Я рада тебя очень видеть, рада тебя видеть в эфире. Я Ну вообще что? тебя рада видеть. Мы такие. Рада, 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 рада очень. Да. Ну что, давай с твоими запросами, давай с твоими запросами. Давай посмотрим, что происходит в твоем инфо- и энергополе удивительном. Знаешь, можно я не четко сформулирую запрос, а вот как у меня пойдет в потоке, хорошо? Что? Давай, давай, Я я умею сориентируюсь. четко, я могу сказать то-то, 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 но мне хочется вот как пойдет, хорошо? Давай, 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 давай. Смотри, Женечка, я родилась свободной, и мне сказали, живи по правилам. Я по правилам постаралась и жила как можно, ну, хорошей, став для многих-многих, а потом став лучшей. Я в этих правилах побеждала, стала достигатором. И в один из моментов я вспомнила, что я пришла свободной. Я вспомнила, что я не хочу жить по правилам. И уже позже мне сказали, это называется Творец. Мне сказали, ты все это создала, вот теперь и посмотри на это все вокруг, что ты натворила. В тебе вся ответственность, в тебе все, ну, все, что ты создала. И как хочешь с этим теперь живи. Я понасмотрелась, думаю, ух ты, сколько я всего создала материального, сколько я создала взаимоотношения с мужем, там 30 лет более, да? Сколько я детей нарожала, сколько внуков мне подарили, сколько я всего сделала. И такая, ого-го, а тело такое, на-ка тебе одну болячку, на-ка вторую болячку, на-ка третью болячку. И я такая, ага, значит, я умею формировать болезни. Круто. Давай-ка я, раз я умею болезни, давай-ка я теперь здоровье попробую. Ну, там облысело, давай-ка я теперь новые волосы создам. В общем, я такой экспериментатор, мне уже от этого плохо. Я не хочу через болезни. И вот ты, я включила, а ты говоришь об осуждениях. Я замечаю себя, я живу в оценках и в осуждениях. Я бесконечно себя осуждаю. Себя. Я такая, я уже не смотрю на людей, они так не так делают. Я такая, ага, что я еще тут себе придумала? Вчера у меня такая жертва вылезла. Я думаю, Господи, какая же безмозглая жертва во мне. И такая, а что я ее не принимаю? Да принимаю. Я что, не помню себя жертвой, что ли, безмозглой? Да еще какой? А потом я еще сколько этих жертв вытаскивала. В общем, вот такой у меня запрос, где я сейчас, где моя синхронность. Ты мне сказала, Жень, ты не синхронизирована. И знаешь, еще, я тянусь вот за такими, как ты. Я посмотрю, мне так классно, мне так с тобой синхронно, так тепло, так круто. А ты в какой-нибудь компании. Мне с другой классно девушкой, там, с другим мужчиной, а не в других компаниях. Понимаешь? Вот, а мне нужно или идти в их компанию, ну тогда я не буду с теми, которые в другой компании. Ну, в общем, вот это вот такая разбалансировка, я в себе это тоже заметила. Я разбалансирована, я где-то к чему-то привязана. Ну, вот эти мои части. Я к чему-то привязана. Все меня, да, услышали. Да, классно сейчас такое средство, сама все ответила. Жень, смотри, самое первое. Причину, да, мы уже находим причину, нейросеть это про причину. Когда причина ясна, то тогда симптоматика уже не важна становится, событийность уже так, ну просто понимаешь, что ну, по-другому не могло быть из этой причины. Ты назвала самую базовую, главную причину, я зашла в этот мир, я появилась, проявилась здесь в состоянии свободы, но мне дали правила, правила. И вот смотри, что сейчас происходит, бессознательно, твоя суть свободная, она все равно ищет какие-то правила, что если к этому человеку, но ну он в какой-то компании, а к этому какой, так мне как правильно, а мне это как правильно, понимаешь, что твой срез, энергосрез, это правило, Жень, вот смотри, ты можешь создать любые правила, классно, что ты сейчас увидела свою собственную жизнь, что в правилах ты блестяще с правилами справилась. Ну, с правилами у тебя удается справляться великолепно. Но сейчас твоя суть, она вне правил.
Поэтому правила не надо искать. Вообще не надо искать правила. Вообще не надо искать правила. Понимаешь? Я когда-то изучала дизайн человека, и у меня там, ну, я генератор, и дальше я пошла из дизайна человека в эволюцию, там еще покруче. И там я, моя жизнь, глобальная вот ценность жизни в том, миссия, что я человек обязательств, представляешь? Это же тоже правило. Да, а правило да, обязательств. Да, да, вообще даже все да. прописано для меня в этой жизни, что да, действуй только так. Да, да. Ух, и вот это создавай себе... Ну смотри, создавай себе правила. То есть если ты понимаешь, что твоя суть жить в правилах, но эти правила идут в синхронности. Смотри, чтобы сейчас не было такого двоякого понимания, что я там говорю, что живи без правил, ну, знаешь, как без царя в голове. Это не про это, да? Это вообще не про это. Потому что мы все равно ориентируемся на свою систему координат. Что такое внутренние правила? Это твоя система координат, через которую ты, ну, не можешь выйти. Ну, вот хоть как твою суть будет выдавливать, ну, ты не вылезешь из своей системы координат. Я пробовала бесполезно. Свои стихи писать матом. Представляешь, я такая, я 50 лет не материлась, давай я сейчас как Пушкин там с Есениным. Да. Ну, кайфанула я какой-то момент. Угу. Ну, временный. Не мое, временный эффект не, был. Не мое правило. Угу. Вот смотри, что бы я бы так предложила, как быстро, легко выйти из этого состояния. То есть, во-первых, признать свою вот такую уникальную организацию, систему, у тебя своя собственная система, она для тебя должна в первую очередь быть понятна. Ты можешь непонятно быть для всех остальных, но твоя собственная система в первую очередь понятна для тебя. И если ты ориентируешься, допустим, на людей с их системой, вот смотри, что тебе подсвечивают. Мне нравятся эти люди, но они в этой компании, а эти в этой компании, а эти в этой компании. Как мне? То есть я понимаю, что я ни по одну систему, ни сюда, ни сюда, ни сюда не вписываюсь. Ну, просто не вписывать. Я создаю себе собственную программу, свою систему координат, возвращаюсь к себе, в свою собственную синхронность и говорю, да, у каждого, просто мне эти люди показывают, что у каждого своя система координат, у каждого свои правила. Каждый играет, находится в своих собственных правилах. Моя задача сейчас принять через них свою собственную систему правил, что я взаимодействую с этими людьми и с этими, и с этими, тогда как, когда мои правила мне позволяют это делать. Понимаешь, это про что? Мне же хочется, мои правила. Как я, мне же хочется тоже, чтобы у меня был человек. Вот я прям вот это, наверное, неделю последнюю четко это чувствую. Я хочу человек. Вот хочу, чтобы рядом человек, чтобы за руку, чтобы вместе в развитии, чтобы в потоке, в едином. Ну, мне надоело тоже вот одной быть. Евгения гений со своими, да? И я ищу этого человека, да, и получается, мне показывает мир, что я ищу зацепиться, а мне не хочется цепляться, мне хочется вместе попутчик, сотворчество, сорадость. Давай с этим запросом с твоим. Какой-то человек, это мужчина, женщина, что он делает, что он создает, что он для тебя в первую очередь создает в пространстве, что ты говоришь, да, это он, это как? Какой запрос? Знаешь, он такой, он безбашенный такой, как я, творческий, и он живет без правил, по желаниям, и такой, Женька, я с тобой хочу дружить. А я говорю, слушай, я сама на тебя смотрю, ты как я, и мне хочется, ну ты меня не раздражаешь, мне хочется с тобой дружить. И потом я такая смотрю, а этот человек что-то делает. А я такая, ух ты, а я это еще не пробовала. И я иду, и вместе с ним это делаю. И у нас такая бомбическая связь, ну, творчество такое получается. Потом он на меня такой смотрит, а я что-то создала. Он говорит, ух ты, а это я могу подпитать. Вот это вот взаимо. Мне так этого хочется, я не понимаю, как это объяснить мозгами, но я это чувствую. Это вот как на лодке веслами гребешь, одно, второе, да, вот весло, и ты в движении, вот этом радостном движении. Да. Хочешь, я тебя сейчас прямо на раз решу этот вопрос? Конечно, ты все это... Я в тебе что полюбила? В тебе простота. Гениальность в простоте, понимаешь?
Благодарю тебя. Сейчас тебе на раз скажу, как у тебя это может осуществиться очень быстро, причем в короткие сроки. Смотри, запрос найти человека, вот где-то, твое внимание там, там, там. Все, что ты сказала, я тебе сейчас спросила, какой это человек? Ты описала себя. Ты не человека писала, ты описала себя, да? То есть вот это, ты описала себя. Чтобы в твоей жизни проявился такой человек, нужно сделать запрос, чтобы в моем пространстве пришел человек, на меня пришел, чтобы вся Вселенная сейчас на меня работала, все квантовое поле сейчас сработало на меня, а чтобы квантовое поле сработало на тебя, тебе очень важно прозвучать, вот быть самой собой каждый день, не в поиске, а в состоянии, ну, я точно знаю, что меня увидели. Тебе нужно зазвучать. Не искать, ты когда ищешь. Смотрите, какая штука. Я тебя благодарю, что сейчас ты подсвечишь. Когда мы идем в поиски, мы незаметны для других. Мы начинаем видеть других, а не подсвечивать себя. И нас не видят. Квантовое поле не увидит. Потому что я иду в поиск за кем-то, за чем-то. Тем самым я меньше не звучу, не пишу, не ярчу, не звездю, простите за бедность речи. Ну, то есть это не происходит. А когда я понимаю, все мое квантовое поле, не я за квантовое поле бегу, за человеком, за проектом, за людьми, за деньгами, за отношениями, а я в моем квантовом поле, мое квантовое поле идет с отношениями, с людьми, с возможностями, с вопросами, с запросами ко мне. Ко мне это все приходит. А для того, чтобы ко мне это пришло, я должна быть, ну, мне нужно, чтобы мой звук, я звучала каждый день в неправильном. Хочу, пишу, хочу, говорю, хочу, выступаю, хочу, не пишу, хочу, в тишину ушла, и громко сижу, и меня слышат. Где ты, Женя, ты где? Понимаешь, какая фишка? Улавливаешь? Не в поиск, закрывай поиск вообще. Все, поиски на сегодняшний день завершены. А теперь есть только в моменте находка. Я как находка. Меня хотят найти. Меня ко мне стремятся. Меня хотят посвятить. Со мной хотят быть. Поняла? Я даже помню, я была в таком моменте. Я каждый день проводила эфиры. Я читала свою книгу. И меня люди искали. Да. И я да, думала, да. Я шла по этому пути уже. Я его даже сейчас вспомнила. Мы запутались в поисках, мы что-то куда-то улезли, залезли, и все по своим тропам где-то что-то идут, куда-то встретиться. Конечно, гениальное сейчас пространство, мы все равно где-то пересекаемся, встречаемся, но на пути поиска. Почему в поиске потом опять расходятся люди? Потому что опять что-то надо найти, опять. А если каждый человек вот сейчас просто услышит и поймет, что не надо ничего искать, не надо, будь самим собой, найди себя, вот сам будь, тебя увидят, услышат, к тебе сразу придут. А ведь быть самим собой, это так легко, это просто проявляться. Конечно. Включил вот так камеру и говоришь, я сегодня в жопе. И рассказываешь, как ты себя чувствуешь, там, как тепло тебе, как тебе комфортно, да. Или другой день включила, да, я сегодня кайфую. Представляете, я дерево увидела. Я вчера мужу говорю, глянь, какое у нас в лесу дерево. Посмотри, что какое. Какие тут цвета? Тут 7 цветов. Посмотри. Он, слышишь, говорит, между прочим, мы 7 лет мимо него проходим. Представляете? Да. Это удивительная вещь. Это удивительная вещь, когда мы сами себе создаем правила и идем от внутренней синхронности. Мы иногда можем молчать очень громко, и нас найдут в молчании. Это удивительная штука квантового сознания. Удивительная. Для этого не надо, чтобы быть замеченным, не надо кричать, и не надо куда-то искать, найти, и потом кричать, я там кого-то что-то нашел. В какой-то момент ты получишь удовольствие, и потом опять пойдешь искать кого-то. Опять пойдешь искать, опять же, это все про себя. А как только мы останавливаемся, что все, поиски, вот просто завершите все поиски, всем хочу сказать, люди, остановитесь, все, хорош, ничего не надо искать, не найдете. Поиск завершите. Осознайте все, что вы хотели найти, вы уже давно нашли. А теперь начинайте прорастать в том основании, в том сознании, в котором вы сейчас находитесь. Вас обязательно, квантовое поле тут же срезонирует. Вас найдут те, которые действительно вот к вам бы присоединились. По синхронности. Найдут в кавычках, я имею в виду. Синхронность, зеркальные нейроны сработают мгновенно. А когда я нахожусь в поиске, вот смотри, я все время в поиске, я нахожусь в какой-то неустойчивой ситуации, ну, какой-то неравновесной ситуации. Я излучаю эту вибрацию.
квантовом поле, что будет происходить? Я буду натыкаться, находить людей, которые всегда будут находиться и тоже в поиске. И они не присоединятся к тебе, потому что цельность с цельным, беспокойность с беспокойным, тревожность с тревожным, радостность с радостным. Все работает только так. Если я понимаю, что я хочу радоваться, наслаждаться, в удовольствии, в приятии, а давай генерить, так если я в этом состоянии не нахожусь, как я буду? Даже если я найду такого человека, он рано или поздно увидит, что я неустойчива. Он не захочет со мной дальше быть, не захочет. Да. Все по вибрационному соответствию. Все по вибрационному соответствию. Вот и все. Ты знаешь, я сходила на 4 счастливых дня. У меня было не 3 счастливых, есть песня. 3 счастливых дня было у меня, да? А я сходила на 4 счастливых. Там 4-й день был для VIP. И я 3 дня такая кукузилась, такая, блин, ну что за фигня? Ну одно и то же, на каждом этих ретритах, этих курсах, этих практиках, и везде эти зумы, и как-то люди там что-то войскаются. Ну где же мой день? Где мой день? На 4-й день, с самого утра. Бах, да? Ты даешь такую практику? Я вообще, меня раскрыло, меня просто до такой степени раскрыло. Я все вспомнила. Понимаешь, Жень, я все вспомнила. Я вспомнила, кто я, для чего я, зачем. Вообще, что есть я, везде я, все я. Как мне это было круто, и это не секундно. Понимаешь, вот есть методики, есть практики, упражнения, когда ты получаешь в медитации, там у тебя есть вот это. Ты такая, вау, круто. И ты неделю ходишь в этом вау. А потом такой хоп, и все опять не круто. Конечно. А здесь конечно. Такая штука, ты уже просто осознал, и это уже, как на велосипед сел и поехал. И тут уже у тебя никто это не отнимет. У меня никто это не может отнять. Понимаешь? Ты дала такое, да, такой дар, который... Вот говорят люди, возьми вот этот бриллиант и никому его не отдавай. Вот ты этот бриллиант дала, и мне вот теперь хочется только огранить, сделать вот более ярким, показать, высветить. И ой, как это круто, это мощь. Я понимаю, что это не ты, это я себе пришла на этот ретрит, высидела, вымучилась 3 дня, бедолага. Такая благодарила, думаю, Жень. Ключевые слова, да. Благодарила эту бедолагу, опять сходила, что-то нашла. И вот тут твои слова. Действительно, искать ничего не нужно. Все в нашем VIP-дне. VIP, ты расшифровала это очень круто. Если скажешь сейчас, девчонки узнают, но они не поймут, что это, пока не получат этот поток. Очень круто. Спасибо тебе огромное. Да, благодарю тебя, благодарю. Да, это ретритный день, я думаю, есть люди, кто на нем сегодня и продолжается ретрит, на этом ретрите были, участвовали. Благодарю тебя за обратную связь. Ну что, скажи мне, по ощущениям сегодняшней нейросессии, есть удовлетворение, есть понимание, есть ощущение, что-то плавает интернет, и мы с тобой завершим, и я приглашу еще одного человека, признательна тебе за этот запрос. Получилось ли ощутить вот это состояние, понимание, о чем ответ был? Все как будто было ясно, как ясный день. Спасибо тебе, Женечка. Благодарю тебя, Женечка, да, благодарю. Все, будем на связи, пиши. Звучи. Перестань искать, просто звучи. Благодарю тебя. Благодарю. Да. До связи, до встречи. Так, включаю комментарии. Благодарю Женю за этот прямой эфир, за такую нейросессию. Да? Вот смотрите, как мы ищем людей, как нам нужен кто-то, нам нужна истина, нужны знания. Мы все время в поиске. У нас в поиске найти выход из сложившейся ситуации. Нам нужно найти, как решить ту или иную задачу. Нам нужно даже найти вариант, как составить цели и планы. Запрос вообще классный. Лена, благодарю тебя, да, сейчас тоже усиливаешь это. Запрос классный, прямо классный, да? Ответ глубокий. Просто прочувствуйте ответ, что вот что значит все ответы внутри нас. Так развернитесь к себе, задайте себе вопрос, а зачем я делаю запрос на кого-то? Кто этот человек?
что он может мне дать, почему вообще я в поиске, ну почему я в поиске. Попробуйте для себя предложить такой момент, а что если я не буду больше ничего искать? Ну что произойдет со мной, если вот прямо сейчас тебе скажу, все, ничего не ищу. Вот прочувствуйте, что вас, ваше же сознание, ваша же осознанность, ваша чувственная природа вытолкнет вообще очень интересную историю. Да, благодарю. Как создать поток, чтобы учить детей дома, как в них разбудить желание учиться дома? Никак. Никак. Вы не можете научить детей, не можете. Вспоминайте, никак. Вы не научите детей ничему. Детей научить невозможно ничему. И можно показать, как освоить навык правильно чистить зубы. Вы можете показать, как это, этим навыком пользоваться, для чего он, который пригодится в быту, к примеру. Да? Писать, считать. Вы можете показать, что навык писать – это классно, его можно развивать. А если мы уже говорим про навык в чувствах, то есть механически там почистить зубы тоже можно, ну, как бы подучить, да? Но жизненный навык чувствовать себя ухоженным и чистым, это же не про... Смотрите, почистить зубы или научить ребенка считать, писать, это не про успешность жизни, это тоже про навык. Навык определенным образом себя чувствовать в этой жизни. Самостоятельным, уверенным, ухоженным, дисциплинированным. Это же про это. Так вот, передавайте навыки. Если вы дисциплинированы, вы понятны, вы заинтересованы, вы интересуетесь своей жизнью, вы много читаете сами, вы развиваетесь великолепным образом сами, вы удивительно расширяетесь, вы ухожены, вы эмоционально зрелые, вы фантастически интересны для себя, вам есть о чем поговорить с самой собой наедине и с кем-то, и со всеми. Вот какой навык забирают дети. Только этот. Ничему вы не научите детей. Другому ничему не научить невозможно. Если у детей ларингит, значит, их не слышат. Нет. Значит, они не знают, как сказать. Они не знают, как сказать. Учите детей говорить о своих чувствах. Это тоже навык. Это великолепный навык. Если уж чему-то учить, то ну, не только тому, чтобы они хотели, научить хотеть учиться невозможно. Вот просто услышьте меня. Прям возмущена вопросами такими. Слушайте, ну давайте уже в осознанность какую-то, в зрелую, в серьезность уже войдем и будем двигаться в этом направлении. А мне кажется, было неприятие. Сначала я рождена свободной, настоящая свобода рождается изначально из принятия всего. А тут хочу других людей, да, громко сидеть, Женечка, это круто. Да, благодарю вас. То смотрите, приятие свободы, ощущение, ощущать свободу, мы же всегда свободны, мы даже свободны в выборе жить по правилам. Это же тоже, это свободная воля каждого человека. У нас нет свободных и несвободных людей, у нас свобода воли всегда, всегда, свобода воли всегда. Мы из свободы воли либо говорим, я буду жить по своим правилам, либо я принимаю чужие правила и говорю, хорошо, я буду эти правила выполнять. Это свобода воли каждого человека. Никого насильно никто не может заставить. Когда люди говорят, у меня была безвыходная ситуация, на меня надавили, на меня нажали. Да никто на вас не нажимал. Если вы смогли создать такую ситуацию, ну так вы поднажали это. Ну возьмите ответственность за это. Вы на это согласились. Здравствуйте, как привести к согласию внутреннюю женщину и мужчину, если чувствуешь конфликт? Бум. Внутренний мужчина и внутренняя женщина. Это про что? Слушайте, вот сколько, смотрите, сколько ментального мусора, вообще сколько этого мусора в голове. Какой внутренний мужчина, какой внутренняя женщина? Как согласие внутреннюю женщину и мужчину, если чувствуешь конфликт? Так посмотрите, в чем конфликт. Не ищите виноватой, что кто-то, что из-за внутренней женщины и внутреннего мужчины у меня конфликт. Да просто посмотрите, какие вы чувства испытываете в отношениях. Если это вопрос про отношения, задайте вопрос, а что я чувствую в отношениях? Какие эмоции я проживаю в отношениях? Вот и все. Это внутренняя синхронность. Нету, смотрите, вы цельные, у вас нету ничего разделенного.
Нету отдельно, как эго или души, нету отдельно. Вы, это все на уровне ощущений. Вы чувствуете одновременно и душу, и эго. Что значит внутренний мужчина и внутренняя женщина? Слушайте, это такой засор, это вообще такой хлам. Вообще, мне даже вообще о нем даже говорить неохота, если честно. Вообще, что же за придумали эти же внутренний ребенок, внутренняя женщина, внутренний мужчина. Да, идите в чувственную природу. Здесь и сейчас у меня происходит жизнь. Здесь и сейчас я себя определенно чувствую. Я же женщина, женщина. Я вижу своего мужчину, да? Что я сейчас испытываю. Мне неловко за него, стыдно, мне тесно с ним, мне токсично с ним. Это ваши чувства, разберитесь только со своими чувствами, больше ни с чем. Какая причина зажатости в мышцах с позвоночником? Я не знаю, в каком отделе позвоночника, посмотрите психосоматика в открытом доступе для всех. Все очень просто. Какая причина зажатости в мышцах с позвоночника? Посмотрите, в психосоматике он выше крыши. Смотрите, Лиз Бурбо, Луиза Хей, Синельников, кого только, чего кого только нету. Посмотрите, если нужно просто посмотреть, ну, психосоматику. У нас сейчас с вами нейродиагностика, у нас с вами нейросессия. Я говорю в нейрособытиях, как ваши чувства создают события. Вот что. Если у вас проблемы с телом, у вас проблемы с телом, займитесь телом. Тело расшифровано уже, много, не, миллион, миллионы книг этих уже создано. Что вам сигнализирует тело? Ну, повзрослите уже, включитесь в это, и все глубоко очень. Мы сейчас с вами говорим, система НРАД – это про чувство знания. Ребята, это высокий уровень сознания. Ну, просто услышьте. Это высшая математика, это... Академия, если хотите сказать. Есть школа, есть детский сад, есть школа. Сознание так работает. Есть школьный уровень сознания, есть детсадовский уровень сознания, есть, не знаю, колледж, есть институты, а есть профессора. Вот о чем. Мы говорим про чувство знания. Это вот есть куда развиться. То есть поднять... скорость мышления, приятие, восприятие, другие навыки, другие чувства. Чувство знания и нараты – это высший пилотаж в развитии чувства знания, в сознании. И система нарата – это изучение своего собственного сознания. И все. Из чувств мы растем и достаем информацию. Это нейросоматика, это другое. Все, что связано с телом, уже, слушайте, ну это давнишняя уже история. Ну, просто посмотрите, поизучайте. Если у вас, смотрите, что такое, вот смотрите, как инората очень четко сейчас может очень протестировать и проявить. Если у вас до сих пор, на сегодняшний день, до сих пор есть вопросы, как, например, если у меня болит здесь, о чем это? А если у ребенка болит, это о чем это? А если у меня вот повторяется одна и та же ситуация? А если мне между мужчиной, внутренний мужчина и внутренний ребенок, если у вас до сих пор звучат эти вопросы, возвращайтесь к источнику, к самому первому. Это разобраться в психосоматике. Открывайте там Google, листайте и читайте. О чем? Научитесь разговаривать с телом. Ну, изучите, что если как в теле что-то произошло, сразу, ну, просто расшифруйте себе. А о чем это говорит? Это базовая информация эмоционального интеллекта. Он уже 15 лет на рынке, эмоциональный интеллект. Столько много написано книг про эмоциональный интеллект. Посмотрите, есть базовые эмоции, есть приобретенные эмоции. Базовые эмоции – это про это, приобретенные – это про это. Все. Ну, это школьная программа. Это школьная программа. Мы говорим про нейросоматику, когда я понимаю, что моя чувственная природа показывает, в каких нейронных программах я нахожусь, и благодаря этой нейронной программе происходят в моей жизни эти события. Я это принимаю, понимаю, я это изучаю, и я это меняю. Тут другие вопросы звучат. Просто посмотрите, где вы что-то недоучили. Ну, вернитесь. Ну, просто вернитесь в психосоматику, вернитесь в эмоциональный интеллект, вернитесь в эту историю. Просто изучите, пройдите. А как поднять скорость мышления? Скорость мышления у каждого своя. Она тоже зависит от эмоционального состояния. Если вы эмоционально очень быстро переходите из одного состояния в другое, вы гибкие. Вот вам скорость мышления. А если вы зависаете над одним вопросом, мне надо понять, распаковать, изучить, все у вас будет, ну, долгая скорость, вот и все. Здравствуйте, как не зацикливаться на результатах? Как убрать важность с методик, программ, как просто взять и жить? Можно быть молодцом просто так. Как стыдно задавать такой вопрос? Классный вопрос, супер, почему стыдно-то?
Классный вопрос. Смотрите, в вашем вопросе уже есть ответ, что все эти методики, результаты и зацикливание этих программ уже просто задолбали, простите за бедность речи. Я просто хочу жить и наслаждаться. Ну, просто позвольте, разрешите себе жить и в удовольствии. И посмотрите, какие результаты, что значит для меня результат. Если вдохновляет, у меня не вдохновляет. Все через эмоциональную природу. Если меня это сейчас не радует, смотрите, нету плохих результатов или хороших. Есть результаты, которые меня радуют, а есть, которые меня огорчают. Вот и все. Ну, разделите на две части свою жизнь и посмотрите, что меня радует и что меня огорчает. И идите в этом направлении. Хочу больше радоваться, ну, радуйтесь. Если я понимаю, что какой-то достигаторство, если нужна там цель, которая будет меня вести, что мне ее надо обязательно достичь, и я уже в этом месте сжимаюсь, да нафига мне эта цель, зачем мне этот результат? Да не буду я его делать, я буду другое делать, да? Я ставлю себе другие результаты. Позвольте себе, разберитесь в чувственной природе, сжимаетесь вы или не сжимаете. Первый навык инората. Первый навык инората, еще раз повторяю, первый навык инората – наблюдение. Если я начинаю наблюдать в первую очередь за своими чувствами, а что я испытываю, чувствую, в каких ощущениях я живу весь день. Вот возьмите себе 3 дня, вот прямо 3 дня такой классной, интересной работы в поле сознания. Наблюдаю. 3 дня я внимательно наблюдаю за тем, как я себя чувствую, какие у меня привычные реакции на то или на другое. И посмотрите, где вы себе позволяете, где вы идете от источника синхронности, а где вы сжимаетесь. Ну, потому что, да, навязаны методики, результаты, на результат, на цели, так должно быть, так правильно. Это про правила, про которые Женя сейчас вот на нейросессии сказала, благодарю за этот подсвеченный вопрос. Просто посмотрите, программы, ну да, программы. Хочу я в них поддерживать, то есть я же их поддерживаю. А что будет, если я не достигну этого, не пойду завтра на работу, не сдам экзамен? Ну, вот что произойдет? Да классно жить будете, если себе позволите это. Да. Как все просто, на самом деле, этому не надо учиться разбираться в своей чувственной природе. Да, конечно, да. Сказать своим чувствам «да». Мы, смотрите, хотим мы или не хотим, но все сознание сейчас проходит этот опыт. Все вот эти духовные практики на уровне ума, медитации на уровне ума, это кажется на уровне души. Нет, это все на уровне ума, Психология, нумерология, астрология, целеполагание, мотивация, достигаторство. Это все же для ума. Ну, наелись. И хотим мы, не хотим, сейчас все равно наша чувственная природа начнет говорить, ну и что дальше? Ну, умею я это делать. Ну, умею я отключать мозг. Ну, умею я медитировать. Ну, я прочитал я книги. Ну, веду я там дневник своих желаний. Ну, дальше что? Дальше что? Ну, у кого-то что-то, может, какие-то события поменялись в жизни. Дальше что? А почему тогда неудовлетворенность? Почему на сегодняшний день вопросы базовой жизненной не закрыты? Ни у кого не закрыты. Есть ли в вашем окружении люди, которые живут в потоке, в синхронности? Ну, вот прямо в кайфе, не заморачиваясь. И при этом эмоционально живые, активные. Они умеют огорчаться, они умеют плакать, они умеют проживать трагедию, они умеют вдохновляться сами. Есть у вас в окружении такие люди? Скорее всего, что, ну, если есть, то очень небольшое количество. А в основном какие люди? С тяжелыми запросами, с тяжелыми умственными какими-то историями. Чувственная природа нас сейчас все равно вытеснит. Просто вытеснит, чтобы мы просто отдались этому чувству и начали наблюдать не за мыслями, а за тем, как я себя чувствую. Что бы мне мозг не предлагал, что бы мне вокруг бы не предлагали люди, о чем бы мне не указывали, на какие программы бы мне не указывали. Я в этот момент, я просто наблюдаю за тем, что я говорю, да, возможно, это так. До этого момента я тоже так считала, я также это думала. Думала и считала, но чувствовала, что что-то тут не то. И, наконец-то, я могу себе позволить сказать, а что здесь не то для меня? Это не значит, что мне наплевать на вас, что мне вы неинтересны, что мне с вами дальше не по пути. Нет. А это потоки, когда я говорю, у каждого есть право на свободную волю, соглашаться с этим или нет. И если то, что мне предлагают сейчас, меня огорчает, и я понимаю, что дальше, если я дальше буду следовать, оно меня будет спазмировать, зачем я буду этому говорить «да»? И я тогда человеку говорю, не заталкивай, не затягивай его в это же событие, а говорю, я очень сожалею, но дальше я с тобой не пойду. Я рада, что я могу, благодаря тебе я могу это сейчас озвучить. Только благодаря этому уникальному зеркалу в виде тебя я могу сказать, как я благодарна тебе за то, что я могу с такой честностью сейчас так прозвучать. Все в синхронности, все синхронизировалось, и пошли все дальше. Все про чувственную природу сейчас.
Олечка, да, выбрать из источника, источника, да, слиться с этим источником и идти дальше. Что лучше, купить франшизы или пройти индивидуальное обучение? В чем разница? Индивидуального обучения нет. Есть только сопровождение. Заходите на франшизы, изучайте, пользуйтесь всеми сопровождениями, которые есть у франшизы. И если вам будет недостаточно, тогда на индивидуальное сопровождение. Я думаю так. Как не бояться озвучивать свои чувства? Ну, задайте себе вопрос, от чего я боюсь? Чаще всего боятся озвучивать чувства только из-за обратной связи. Только из-за обратной связи. Эфир, запись обязательно будет. Когда люди говорят, я боюсь озвучить свои чувства, значит что? Какая нейронная программа? У меня страх, я не знаю, как на это среагируют другие люди. Меня будут осуждать, то есть я завишу от чужого мнения. Я нахожусь в зависимости, это про это, проработать эту программу. Почему я боюсь озвучить эти чувства? Ну, прямо скажите, во-первых, кому я боюсь озвучить, что я хочу озвучить, и что будет, если я озвучу. Вот все просто, все просто. Есть мое чувство, допустим, я не хочу продолжать отношения, к примеру, да, или мне что-то не нравится, что делают, вот, что происходит, мне не нравится. Как я могу об этом сказать? Ну, как я могу об этом сказать? Легко, свободно. Расскажите о своих чувствах. Что меня напрягает мое же сдерживание, но я чувствую себя по-другому. Я имею полное право. Ну, смотрите, вот что может произойти? Вот что может произойти, если вы озвучите чувства? То есть, что может произойти, когда вы не озвучиваете чувства, вы уже знаете. Вы живете в токсичности, вы осторожничаете, вы ориентируетесь на кого-то. А что будет, если вы скажете? Ну, просто проэкспериментируйте. Женя, благодарю, вы наглядно сегодня показали, как есть, так и реагируют на вопросы. Если они глупые, вы честно сказали, не подстраиваться, не прогибаясь. Да слушайте, да тут даже не прогибаться, не подстраиваться. Знаете, пришло время такой эмоциональной духовной зрелости. Вот что такое духовный рост и духовная зрелость? Это в первую очередь эмоциональная зрелость. Что такое эмоциональная зрелость? Это когда человек разбирается в своей чувственной природе и несет за это ответственность, не перекладывает ни на кого. Вот и все. Я сейчас иду в этой истории. Если моя чувственная природа вот такая, я в ней и звучу, и если кто-то на это что-то там обиделся, кому-то показались мои резкие слова, это ваши чувства, а не мои. Мои, они синхронно мне понятны. И в какой-то момент, возможно, пройдет время, и вы скажете, как классно. Я сейчас увидела, как я могу легко и свободно говорить своей чувственной природой. При этом я никого не разрушаю. Я нахожусь в созидательном информационном поле. Я никого не гноблю, не говорю, что вы глупые или непонятные. Я просто говорю, что обратите внимание, что спрашиваете. Ну, слушайте, что спрашиваете. О чем? Вопрос-то какой задаете? Про чувственную природу. Можете спрашивать, конечно, вы можете сказать, да, возможно, глупый вопрос, я тоже говорю, я, возможно, сейчас дурацкий вопрос задам, я на сессиях так часто говорю, на нейросессиях говорю, возможно, сейчас дурацкую фразу скажу, но я все равно ее скажу. Вот и все. Все просто. По ощущениям, задавая себе запрос и вопрос, что со мной происходит, наблюдая за самой собой, вот если мы говорим про систему Инарата, система Инарата это очень высокая ступень осознанности. Что такое осознанные люди? Осознанные люди. Осознанные люди, которые наблюдают за тем, что происходит, из призмы своего чувства, а не из призмы оценки. Ну, что она так сказала? Ой, а что можно? А можно было по-другому сказать? А я же просто спросила. Или оправдательную историю начинать. Так вы наблюдаете за этими чувствами, что с вами-то происходит? И все. И когда вы наблюдаете из призмы, из источника своего чувствования, вам будет все понятно, почему этот человек так себя ведет, что он вам сейчас транслирует. Зеркальные нейроны, вы смотрите, в зеркальных нейронах до сих пор не могут люди разобраться, да? А в зеркальных нейронах самая простая история. Она у нас как раз в подарочном модуле находится. И еще во франшизе, во второй, глубоко раскрывается система зеркальных нейронов. И зеркальный нейрон, это не про то, что я вижу человека, и если мне в нем что-то не нравится, это есть во мне. Да не про это вообще не про это. Вообще, это ерунда какая-то. Это линейное восприятие. Да невозможно увидеть в человеке то, что есть в тебе. Вы в нем это не увидите. Его поведение вызывает определенную вашу внутреннюю реакцию. Вот куда нужно смотреть. Посмотреть, что я сейчас чувствую, когда я общаюсь с этим человеком. Меня сейчас он меня бесит, он меня напрягает. Это меня бесит, это я сейчас себя вижу в бешенстве рядом с этим человеком.
Он вообще тут ни при чем. Ни дети, ни муж, ни свекровь, ни, ни за... ну никто. Ни партнер, ни какой-то там не бизнесмен, никто. Это я, это у меня идет глубочайшее возмущение. И этот человек в виде зеркала. Я в этот момент смотрюсь в себя, во внутреннюю чувственность. И мне нужно сказать, а что меня так бесит? Вот почему я сейчас нахожусь в раздражении? Или почему мне так сейчас беспокойно? Мне сейчас так тревожно. Этот человек посвятил мою тревожность. А где еще я испытываю тревожность? Что, на что он обратил? Я тревожусь по какому поводу? Будь уязвимой, что меня сейчас обидят, что меня сейчас как-то мне ответят не так. Значит, у меня какая программа? У меня есть ожидание, что другой человек должен меня прочувствовать, как-то должен по-другому себя вести, чтобы мне было безопасно. Значит, в моей жизни очень много ситуаций небезопасных для меня. А почему? Да потому что я их сформировала, потому что я что-то прячу, то есть я что-то скрываю, и я боюсь, что это обнаружится, моя чувственная природа, и мне небезопасно. Безопасно легко жить человеку только в том случае, если он безопасен для самого себя в своей чувственной природе. И если ему сейчас плохо, он говорит, народ, вот как хотите, мне плохо сейчас. Вам многим это не понравится, вам может не понравиться моя истерика сейчас, вам может не понравиться мое решение, но я не перепрыгну свою чувственную природу, но не перепрыгну, рано или поздно она все равно вылетит каким-то образом. Меня вытеснит из токсичных отношений, не неравных отношений, не пронзительно чувственных отношений. Это все про нас, понимаете, это все про нас. Ну вот, благодарю, все пишут, благодарю, благодарю, пишут. Да, сегодня такой бомбический, такой эмоциональный, мощный, я думаю, все прочувствовали сегодня, прочувствовали себя через меня, потому что у меня сегодня такой настрой, вот так и никак иначе. Понимаете, чувства не имеют полутонов. У нас разная палитра, но все равно, если мне плохо, то мне плохо, если мне больно, то мне больно. Чего вокруг да около ходить? Мне больно, ну как-то я потерплю. Да больно мне, не хочу я терпеть боль, да? Мне радостно, да хоть что вы говорите, там даже если что-то происходит, но у меня радость распирает, мне ее надо прожить, даже если что-то происходит, как, какая-то ситуация, которая просто разрыв шаблонов какой-то, что да ну, не может такого быть, а мне все равно радостно, ну, я все равно ее проживу, ну, так, хотите или не хотите. Вот такая история. Поэтому инораты – это про чувственную природу. И каждый понедельник у нас будут все более пронзительные, более глубокие, более смелые, более активные, более жизненные, точечные встречи. Даже если кто-то из вас в какой-то момент не придет на нейросессию, поверьте мне, есть что сказать вам всегда. Поэтому нейросессия всегда состоится даже в коллективном сознании, как мы сейчас с вами провели. Мы провели сейчас индивидуальную сессию. Я, Жень, благодарю тебя еще раз за этот запрос. Глубокий. Кто услышал, то услышал. Либо вот как мы сейчас с вами провели коллективную сессию, когда я отвечала вам таким нон-стоп такой шоу, да, такой блиц был нейросессия. Вот это да. А если у меня завышенная требовательность, как быть? Не бывает завышенной требовательности. Как не бывает низкой самооценки, так и не бывает завышенной требовательности. Не бывает. Слушайте, забудьте вообще про эту историю. Слушайте, вообще сколько у нас мусора в голове. Что значит требовательность? Что значит, от кого вы что требуете? Вот от кого вы что требуете? Кто вам что там что-то обязан? Если к себе, то что вы требуете от себя? Для кого вы хотите это показать, это требование? Что вы от себя требуете? Задайте себе вопрос, что я от себя требую? Что значит завышенное? А что значит заниженное? Ну просто развернись к себе. Что значит завышенные требования? Нету никаких требований ни завышенных, ни заниженных, нет. Я просто мое чувство, как я сейчас себя чувствую в том событии, в которое я себе и создаю, которое продолжаю создавать. Все. Все. Больше никак. Все классно. Слушайте, смотрите, я в который раз замечаю, как только я вхожу в такой драйв, знаете, срез за срезом, все начинают понимать, смотрите, по комментариям, все сразу понимают, все встряхнулись, блин, вот этот пендель, как очень важно его делать, ну вот будем по этому принципу идти. Однозначно, чувство это однозначно, мозг философствует, мне с мусором не хочется разбираться, если вам хочется с этим мусором разбираться, слушайте, ну это не про инората, ну это точно не про инората. Конкретно, жестко, четко, понятно, без наркоза разрезали, посмотрели, изменили, зашили, поехали дальше, жить качественно, все, по-другому никак. Вот инората это про это, поэтому если хочется зависать, размышлять, ну это точно не про инората. Тонны мусора, да, благодарю вас, да, тонны мусора.
Поэтому мы с мусором, ну все, да сколько с этим мусором можно? О информационном пространстве работы с мусором очень много, при этом за это хорошие деньги еще берут. Работка прошлого, кармическими задачами, высчитыванием каких-то, а что дальше будет, судьбоносными историями, каким-то шлейфом из прошлого, с неспособностью, с заниженной самооценкой, завышенной самооценкой. Да масса, то есть с этим мусором работают очень много где на пространстве. И за это берут деньги. Мы о другом, мы про другое, Инората про другое. Без мусора, мы с мусором не работаем. Мусор сразу выбрасываем, все, переходим вот к конкретному, к чистому сознанию, в поле сознания. Инората – это система, работающая с сознанием напрямую, без мусора, без вот этих вот витиеватостей, знаете, без вот этих вот шоу, без вот этих вот фейерверков каких-то. У нас фейерверк, знаете, от чего и шоу? От впечатления, от инсайта, который проходит человек. Вот тут шоу каждый испытывает, внутренний фейерверк, внутренний посыл. Вот тут происходит шоу внутреннее. Они сидят и наблюдают, как какое-то будут сейчас устраивать шоу Елена Кононова и Женя Рочи, система Нарад. Да это вообще не про это. Никто тут шоу никто не будет устраивать. Тут будет вот так, жестко, четко, конкретно, все, по-другому никак. Все, называется, пришли к этому. Вот просто подошли к этому моменту. Это, знаете, когда уже по-другому не может быть. Ну все, просто по-другому не может быть. Напрямую к источнику Лена абсолютно правильно, вот, четко подсвечивает. Елена Конова, сооснователь и соавтор, и мощнейший источник, с которым я прямо фонтанирую. Я понимаю, какие мои фейерверки внутри я переживаю, проживаю. И это не значит, что я по жизни сейчас так говорю, вау, как у меня все клево! Как...! Нет, у меня нормальная жизнь, быт. Я люблю готовить, я люблю ухаживать за домом, я разговариваю с семьей, я строю планы, я общаюсь с людьми, но внутренний мой фейерверк, он меня зажигает. Я понимаю, как с каким фейерверком, с глубиной и с какой тишиной я проживаю свой жизненный опыт. Мне вот здесь глубоко, мощно, осознанно, интересно, увлекательно, нестандартно, неформатно, и это мой контур. Который я его в нем иду. И Инората это про это, прочувствовать каждому свой внутренний стержень, свой внутреннее ядро, свои внутренние сердцебиение, ощущение, понимание, знание. Вот это все про это, когда мы говорим, что все вопросы, ответы внутри нас, все в ответы, ну, эту фразу уже избили. А как к ним подойти? Только через чувство. Войти в чувство и этому чувству сказать да и рассмотреть, что, о чем это. Не получается, именно у кого не получается расшифровать эту природу, это про Инората. Приходите и расшифровывайте. Берите франшизы, заходите на Zoom, заходите в закрытые чаты. Одна инфотора Лены Кононова чего стоит, инсайтовый поток. Все понятно и все просто. Что тут обсуждать, сидеть? А как это? А если получится, а если не получится, забудьте. У вас есть запрос разобраться в чувственной природе. Ну, идите смело сюда. Инората про это. Про конкретный запрос, про чувственную природу, про этому состоянию, да, без ожиданий, когда это получится, когда это сработает. Да никогда не сработает, если вы будете ждать. Как у Снежения подсветила. В поиске. Если будете искать, вы да всю жизнь будете искать. Остановите поиск, уберите все шаблонные мышления, что к какому-то дню когда-то должно это что-то как-то произойти, и вот когда я пойму, да не поймете, не дождетесь того момента, когда должно произойти. Вот тут в моменте будет происходить с вами, в моменте. А когда этот момент произойдет, без ожидания, когда вы готовы к этому моменту, он происходит очень быстро. А когда вы ждете, ну, будете ждать точно так же, как в поиске находиться бесконечно. Да, благодарю вас. Благодарю вас, как войти в чат Инфотора. С третьего модуля, это с первой франшизы. Скоро будет вся информация. У нас сейчас великолепнейшие, удивительные изменения происходят. И такой размах, такую плотность сейчас сама система, сама сформировала себя и уплотнила удивительным образом. Так что ждите информацию. Мы обязательно расскажем, еще раз объясним. И ждем, приглашаем в это удивительное пространство, которое вы же сами для себя сформировали. Если вы здесь сейчас находитесь, это ваш запрос, и вы находитесь именно здесь. Вот так работает инфополе и коллективное сознание и зеркальные нейроны. Ну что, вот такой сегодня был эфир. Благодарю вас за такой поток, четкий, конкретный, за ваши вопросы, классные, клевые, глубокие, с запросами.
прямо очень радостно мне было, очень легко было, очень свежо сегодня как-то было, по-особенному. Жень, благодарю тебя за эфир. Смотрите за информацией, кто вас сегодня пригласил на этот эфир, и у вас возникли вопросы, задавайте вопросы этому человеку, поблагодарите, что он вас пригласил на этот эфир, на эту нейросессию. Каждый понедельник мы это проводим в 10 утра, эфиры будут сохраняться, все скоро узнаете, буквально в считанные дни все узнаете, будет открыт новый интереснейший чат Иннората, откроется доступ вообще ко всем франшизам, и там не просто к франшизам, очень много интересного произошло за это время, удивительного, уплотненного и очень глубокого. Так что Иннората, слово Иннората, а знаете, что означает Иннората? Сила внутри, осознанность, высокая степень осознанности. Иннората — это сила внутри, это моя игра, понимаете? Высшего порядка сознания. Вот что такое Иннората. Мы об этом еще будем рассказывать и будем расшифровывать. Ну что, благодарю всех за присутствие сегодня на эфире. Эфир сохранится, и более того, он еще будет у нас на наших каналах, на YouTube-канале. До встречи! Кто только присоединился, рекомендую, пересмотрите еще раз этот эфир. Он был очень динамичный, эмоциональный и такой конкретный, я бы так сказала. Знаете, в стиле Иннората. Вот, наверное, так. Ну что, до встречи! Благодарю всех. Завершаю эфир. Пересматривайте.